Большего невозможно будущего. Итак, представьте себе, 30-е годы, заседание на одной из строительных организаций Италии. Дети мои, у нас заканчивается цемент. Враги стоят в пустых тазиках. Остановите домашку! Мужики, меня только что за кулисами укусила женщина. Мне кажется, я превращаюсь в женщину! Во-во-во-во. Я знаю, что делать! Нужна таблетка мужика! Да, киньте ее в мохито! Дима! Я понял, что нужно! Нужно, чтобы его укусил настоящий мужчина! Пусть его укусит Нагиев! Да, пусть укусит, пусть искусает меня! Дима! Несите ему пиво и раки! А ты мне их почистишь? Ты что, почисти? Я знаю, нужно, чтобы он говорил мужские вещи! Аршавин! Да! Лучший нападающий! Да! Но он женат! Дима! Отнесите меня к Сан Санычу. Хотя, если ему так надо, пусть сам подойдет. Дима! Как только вы меня держите, ведь я такой толстый! А вы такие сильные! Дима! Будь мужиком, вставай! Не помогайте мне! Я сам! Давай! 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 Не могу!